Приветствую вас, Ирина. Я думаю, что для начала вам нужно определиться с целью. Что делать, чтобы что. То есть у меня вообще складывается такое впечатление, что вот вам мужчина не нужен, что от него как бы один только лишь негатив сплошной и все. Вот такое у меня ощущение есть. И если от мужчины действительно, ну, только вот один негатив, да, то в таком случае хочется все-таки вас как-то вот спросить, так а, ну, а вам он зачем, мужчина тогда, для чего он вам, вот, то есть, почему вы в нем нуждаетесь так вот сильно в таком случае, если от него один лишь только негатив? Зачем вы держите за него? Ради чего вы, к примеру, ради чего вы прощали его, ну, прощали ему измены там и так далее. Если он вам, опять же, не нужен, если вы видите от него только негатив. Понимаете? То есть, грубо говоря, идея моя в том здесь, чтобы вы определились, как вы относитесь к человеку. Если вы относитесь к человеку примерно хорошо, то в таком случае вы, допустим, ну, к примеру, вы выбираете с ним быть, вы выбираете, например, за него бороться, вы выбираете это, вы выбираете борьбу за него. И, соответственно, если вы выбираете вот борьбу за него, то в таком случае ситуация может, ну, стать лучше. Вот. В таком случае ситуация может стать лучше. Вот. До тех же пор, пока вы вот эту вот историю, да, историю в контексте мужчины не определили для себя, вот, ну, мне кажется, что будут серьезные проблемы и трудности. Вот. Потому что не очень понятно, как вы относитесь к нему, зачем он вам нужен, для чего он вам нужен, вот, что вы получаете от взаимодействия с ним и так далее. Особенно если он, вот как вы говорите, такой вот не очень хороший, да, такой вот, не делает тех вещей, которые, ну, должен делать, да, к примеру, это чисто я сейчас говорю, к примеру, вот, но это важно, вот, а дальше, в принципе, все хорошо рассказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Вот, даже более чем хорошо рассказал, мне кажется, вот, то есть, про то, что если человек, например,
там вот изменяет, если у человека появляется вот эта вот потребность изменять и переписываться с другой женщиной в брак, значит, он что-то не получает с вами. Вот, соответственно, нужно выявить то, что он с вами не получает, и подкорректировав это, вы можете рассчитывать на возобновление отношений при условии, что, точнее, сохранение отношений при условии, что у вас к человеку есть чувства. Если у вас к человеку чувств нет, то, соответственно, и бороться в таком случае тоже не стоит. Не стоит просто потому, что ничего хорошего из этого объективно не выйдет. Вот, потому что, потому что вы просто не сможете быть счастливым таким человеком, которому вас не чувств, которого вы обесцениваете. Вот, что касается взаимодействия, и вот что касается равенства взаимодействия, мне думается, что да, есть основания полагать, что вы ведете себя с мужчиной как мама, есть основания полагать подобные вещи, и возможно, вам стоит изменить немножечко хотя бы свое отношение к человеку, да, то есть дать ему, например, скажем, больше свободы немного, да, больше возможностей для реализации, к примеру, самого себя и так далее. Вот. Пока что просто вы его обвиняете. Вот. Вы пишете, что вы вместе 5 лет, измена уже была, я простила, и переписки были. Как вам сказать, одного только прощения мало. Во-первых, тут очень важно понять, что вы, в принципе, вкладываете в это слово «простить», потому что, судя по тому, что вы вспомнили об этом, судя по тому, что у вас, как-то вот это сразу пришло на ум, да, я бы не сказал, что вы прям взяли и, что вы взяли и простили. Вот, потому что обычно, когда прощают, не вспоминают, вот, а вы вспомнили, вот, это опять же, это не обвинение вам, нет, это просто констатация факта, что раз вспомнили, значит, до сих пор волнует. И вся история заключается в том, чтобы не просто простить, а прощение, простить значит принять. Вот. Вся история заключается не в том, чтобы простить человека, а вся история заключается в том, чтобы, во-первых, понять человека, почему он поступил именно так, а не иначе. Это первое. Второе, что важно очень, это выработать решения. Понимаете? Выработать решения, которые обеспечат неповторение такого в будущем. У вас
судя по тому, что вы пишете. Вами, точнее, вами такого решения принято не было. И, соответственно, данная ситуация имеет место быть. И, соответственно, о прощении как таковом прощении, ну, речи быть не может, на мой взгляд. Потому что вы не приняли его позицию, вот, вы не приняли его, его самого, вот. Раз вы не приняли, вы не смогли простить. Раз вы не приняли, не простили, значит, адекватного решения вы не выработали на эту ситуацию. Почему? Почему не выработали адекватного решения? А потому что мужчина вам по-прежнему говорит, что ничего нет, что это не то, что ты подумала и прочее, прочее, прочее. Он даже не говорит вам, почему он это делает. Ну, то есть, почему, зачем он это делает? Вот. Он, потому что не ждет, не верит, что, ну, что вы его примете. Я так думаю, я так думаю. Вот. Просто не ожидает, что вы его примете, не ожидает, что вы его поймете, что вы его сможете понять, что вы его хотите понять. Вот. Это вопрос вот именно по поводу того, что вы простили. Не простили. Вот. Ну а дальше вы просто выливаете на человека определенный, ну, такой ушаб грязи, говоря о том, что он там мало чего делает и так далее. Но это вопрос к вам, опять же. Это информация, которую вы предоставляете, что вы старше его, что за квартиру платите вы, что на продукты он там мало дает и прочее, 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 это просто вопрос к вам. Почему вы ну, такого человека приняли, и почему вы ну, продолжаете таким человеком взаимодействовать. Вот. Почему вы продолжаете, ну, тратить на него свое время? Вот. Понимаете? То есть здесь, вы выглядите, в данном случае, вы выглядите как ни много, ни мало жертва. Вот. Вот и это и нужно скорректировать, чтобы вы вышли из треугольника Карпмана, в котором вы сейчас оказались. Вы можете почитать в интернете, что это такое. Вот. Вы можете почитать об этом в интернете. И я думаю, что далее вам будет ну, куда легче, куда понятнее двигаться дальше. Ну, по жизни.
Неважно, кстати, вы будете это делать одна, или вы это будете делать там, с человеком. Вот. Это абсолютно это неважно. Неважно. Абсолютно не имеет никакого это значения. Вопрос заключается в том, чего вы хотите. Вопрос заключается в том, что вам нужно. Вопрос заключается в том, насколько вы находитесь в контакте со своими чувствами. Вот. В том числе и по отношению к товарищу. Вашему партнеру. Ну, вот. Если есть такая ситуация, что мужчина чувствует себя не свободно с вами, если есть такая ситуация, что мужчина чувствует себя нереализованным с вами, то его измена, его такая вот, ну, такая поведенческая модель связана именно с желанием условно говоря, значит, ну, подтвердить свою мужественность, которой ему не хватает. Вот. И все. Другой вопрос, насколько вы в этом, к примеру, отдаете отчет себе. Вот. Поэтому, как правильно сказал мой коллега, если вы захотите, то мы можем помочь вам гармонизировать отношения с мужем. Но для этого, для того, чтобы гармонизировать отношения с мужем, очень желательно, в том числе для вас очень желательно, значит, взять на себя ответственность за эту ситуацию в целом. То есть, чтобы не было такого, что, ну, что только муж, вот, что только муж виноват, да, и все. Вот. Чтобы не было такого, что муж это такой вот, знаете, ну, козёл опущения, условно говоря. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.